Новое поручение от Ворона стало доступно 19 января. Чтобы получить его, вам нужно поговорить с Вороном и забрать квест «Хищная птица». В наградах будет указан корабль. Но, как вы уже догадались, это не единственная награда. Кроме этого, задание приведет вас к разблокировке миссии «Посланник», которая позволит вам получить экзотический револьвер «Хоук Мун» с новыми перками. А также катализатор на него, который увеличит объем магазина. Итак, после того, как вы возьмете поручение у Ворона, отправляйтесь на ЕМЗ в локацию Trostland и проезжайте до здания неподалеку. Внутри забирайтесь в камин и там запускайте миссию. Я рекомендую проходить задание в компании друзей, поскольку мобы там довольно серьезные. И в соло прохождение миссии станет настоящим испытанием. А также заранее позаботьтесь, чтобы у вас было с собой оружие разного элементального типа, а в броне были установлены моды на неудержимых воителей. Впрочем, снаряжение здесь не блокируется, и вы всегда сможете перебросить снарягу с другого персонажа. После того, как вы запустите миссию, проходите по подземельям до балкона. Затем пробирайтесь вдоль скалы в сторону дамбы, тут очень пригодится меч для резких маневров, залезайте на сломанное дерево и с него прыгайте на дамбу. Затем наверх. Внутри вам нужно расправиться с мобами и открыть запертые печатями одержимых двери. Кроме этого, в миссии можно найти несколько перьев, которые необходимы собственно для самого экзотического поручения на корабль. На момент записи этого видео я сам не нашел их все, но в процессе. И видео со сбором каждого пера появится на канале совсем скоро, как только смогу. Далее я оставлю вам полное прохождение этой миссии, чтобы вы не заблудились. Под приятную музыку, конечно же.
После убийства босса в этом зале идите к порталу, который перенесет вас в локацию из квеста на Хоук Мун.
прыгивайте по пути, который я показываю, и затем убивайте босса. После его уничтожения открывайте сундук, из которого получите два экзотических револьвера Hawk Moon, катализатор на него, а за триумф шикарную эмблему Крылья Света. После этого миссия появится на карте Европейской мертвой зоны и станет доступна для запуска с орбиты. Ну а чтобы не пропустить видео про перья и другие интересные ролики, не забудь подписаться на канал, прожать колокольчик и про лайк не забывай. Счастливо!